Облик степи. Показ модных коллекций под таким названием сегодня прошел в стенах Национального музея страны. Свои эксклюзивные работы представили 9 отечественных дизайнеров одежды и аксессуаров. Главная цель организаторов – показать культуру казахов, живущую уже не одну эпоху, и то, как дизайнерам удается сохранять этнический стиль, мягко переплетая национальные узоры с трендами современности. Фэшн-мероприятие, кстати, приурочили к 550-летию казахского ханства. Наша основная идея – показать то, что мы не забываем о нашей истории. Поэтому показ он проходит в Национальном музее. Как только возникла идея о том, что показ будет проходить в национальном этническом стиле, у нас уже был огромный список дизайнеров, которые шьют в таком стиле, которые отшивают хорошие и качественные вещи, которые используют натуральные ткани.